Итак, ребятки, по-быстренькому покажу, что притарабанили. Две такие вот большие сумки. Это наши покупки. Это без мясного, это только фрукты и овощи. Представляете? Так, виноград. Я поменяла все-таки. Взяла вот этот вот темный синий, синие пальчики. По-моему, его называют дамский пальчик. По крайней мере, так моя мама его называла. Смотрите. Ну, чем это не дамский пальчик? Смотрите размер. Так, и коробка стоила 6,99. Ну, почти 7. 7 рублей. Такой. Он намного вкуснее, чем зеленый. О, вот это тяжеленная сумочка была. Чего-то я силы свои не рассчитала. Почти за 9 папайя. Кило 415. Почти 1,5 килограмма папайи. Пусть она так немного полежит в пакетике, знаете. Я так поняла, что если вы ее в пакете оставите при комнатной температуре, то она доспевает. Затем кокосики. 4 штуки. 4 рубля штучка стоит. Помидоры. Так, апельсины. Апельсины вышли на 9 рублей 3 килограмма. Ну, почти там с хвостиком, да? Что это? Я подумала, уже какая-то машкара. Это куркума. Свежие корешки. Прям свежие-свежие. Видите, она вот такая. Как имбирь. Помыли, очистили, порезали. Очень вкусная. Очень вкусная и полезная вещь, кстати. Бананы индийские. Интересная форма. Сколько вышло? 400. Почти 500 грамм на 2,47. Ну, 5 дирхам получается килограмм. Это индийские бананы. Я знаю, в Индии они очень-очень сладкие. Лук мелкий. А зачем я столько взяла? Ох, наверное, на рассаду. Точно. Посажу лук. Нам лук надо. Лук любим. Немного чили свежего, перца. Укроп свежий. Укропчик. Он всегда нужен. Авокадо. Две штучки. Я что, его раздавила? Да, да. Угу. Антоша после душа решился голым пробежать. Думал, я его сниму. Нет. Так, помешал мне съемки. Раздавила одну авокадину. Блин, жалко. Авокадо Уганда. Кстати, недорогой авокадо. Две штучки почти 5 рублей стоит. Вот по 6,45. Огурчики и арбуз. Арбуз что-то дороговато вышел. Почти на 18. 17 с копейками вышел. 7 килограмм. Чем такой арбузик? 7-килограммовый. А так и не скажешь, да, на вид, что 7 кило в нем. Вот. Еще яйца белые. Так, вторая сумка пошла. Итак, ага, кокосики мои. В холодильнике нужно их держать, потому что они имеют такое свойство прокисать, скисать. В принципе, брашка будет у вас готова, если вы забудете на несколько дней или там на 5, на неделю, если оставите при комнатной температуре его, вот в таком же виде, обчесанным немножко, то у вас получится не кокосовый сок, а кокосовая брашка. Папайя. А, целенькую взяла и в разрезанном виде. Мне она так понравилась. Вот видите, чем отличается мальчик от девочки? Это мальчик. Папай. У него косточек очень мало. А у девочки она просто усеяна косточками. Это мать. Ой, какой запашный холодильник. Надо срочно, срочно холодильник. Так, цветная капуста. А почему у нас цветная капуста? По 7 рублей. Это вышло почти на 5 рублей. Капуста. Яблоки. Иранских яблок не было. Я иранские очень люблю. Килограмм 6, а у меня вышло на 8. Лимон. Почти на 4 вышел.
Маленькие яблоки взяла. Кажется, такие, как на типа органик, да? Эти уже крупняки, а эти прям деточки. Кажется, их ничем не опыляли. Никаким ни диклофосом, ни... В общем, это так кажется на вид. Вряд ли, конечно, оно так на самом деле, но, знаете, хочется верить в то, что ты едишь, то, что ты ешь неотравленная дыня. Да что такое? Я ее ударила, что ли? Примялась. Примялась дынька. Ой, ну запашная. Страшное дело. Два манго. Пару корешков имбиря. Имбирь не дешевый. Он по 13 рублей килограмм. Вот почти на 9 вышел. А дыня? Дыня почем? 5 рублей дынька. Вот такая вот маленькая, 5 рублей. Еще одна дыня. На всякий случай, если та будет невкусная. Это тоже на 5,37 вышло. А килограмм 4. 4 дирхама кило. Капустка. Прям свежая, зеленая. Цена 2 рубля килограмм. У меня кило 170. 2,34. Свежая, зелененькая. Отличная. Морковка китайская. Самая дешевая. По 4 рубля. Вышла почти на 3. 640 грамм. Почти на 3 рубля вышел. Вот, и еще одна капустинка. Еще одна головка. Почти на 3 вытянула. И мешок картошки. И мешок такой картошки. Вышел 5 рублей килограмм. Здесь почти 3 кило. Вышел на 15 рублей. Мешок картошки. Все. Ой, это что? Я думала, мокрая. Нет, это цвет такой. Вот и все, ребята. Вышел на весь этот банкет. Сейчас посмотрим. На 139 рублей. В долларах это получается где-то около 35. Вернее, наверное, скорее всего, 33. Ну, где-то так, 33-35 долларов. Вышла такая кучка. Вот и скупили. Что взяли? Ничего не взяли, только фрукты и овощи. Ну, по крайней мере, нам это, я думаю, на месяц хватит.